с победой, с убедительной, о ней начнем. Расскажите, легко ли сегодня все вашим подопечным удавалось? Ну, спасибо за поздравление, конечно. Ну, не все легко. В общем-то, каждый матч – это новая история в хоккее, поэтому каждый матч он особенно, как бы особый по-своему, и поэтому, да, сегодня ребята и настроились, и хотели, горели желание победить, в общем-то, за вчерашнюю осечку. Вот. Поэтому я им благодарен, и всей команде, и Мише Боярчуку, который играл на ноль. Ну, работаем дальше, будем идти. Ну, вот этим матчем вы закрыли домашнюю серию, да, подведите ее итоги, всем ли вы довольны, как, есть ли нам над чем-то еще работать? Ну, работать всегда есть над чем, и поэтому, естественно, и нападающие голевые, неголевые моменты такие, 5-4, 5-3. В общем-то, хотя мы на тренировках работаем, в общем-то, у ребят вроде начинает получаться, но сегодня забили 2 гола в большинстве, поэтому вот уже какой-то сдвиг пошел. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы наши нападающие с игры забивали побольше голов и как бы в позиционные атаки, чтобы было моментов побольше взятия ворот. Вот над чем сейчас мы и будем работать. Но серии довольны, нет? Ну, хотелось бы, конечно, больше домашних очков, но немножко, да, какую-то яму попали, и сейчас будем стараться из нее выходить. Как вы думаете, вот сегодняшняя победа после 5 поражений, она даст психологический какой-то толчок для дальнейших успехов? Ну, я думаю, что любая победа, она дает толчок. Независимо, там, после 5 или там каждую матч выигрышь, она дает стимул, конечно, для роста, и, естественно, в психологическом плане очень большой толчок.